Это трансляция из Московской государственной консерватории имени Чайковского. Здесь крымчане впервые смотрят концертный зал для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Проект Всероссийского виртуального концертного зала проходит в рамках национальной программы «Культура». После капитального ремонта Симферопольского музыкального училища имени Чайковского для его размещения выбрали именно этот зал. Главное было желание в большей степени, скажем так. И в течение сентября-октября прошли необходимые процедуры закупок, торгов. И в течение второй половины октября и в начале ноября мы тестировали, проверяли, обрабатывали, продумывали звуковой формат трансляции, записывали и регистрировались на сайте Московской государственной филармонии. Надеемся, сделали все правильно и сегодня увидим результаты. В виртуальном зале можно выбрать концертную программу из каталога и смотреть онлайн-трансляцию. На базе Крымской филармонии уже есть подобный зал. Новые отличаются комфортностью и площадью. В нем могут разместиться более 600 человек. Посетить зал могут все желающие. Репертуар будет формироваться по заявкам крымчан. Мы планируем этот проект реализовывать не только на территории города Симферополя, но и в городах и районах Республики Крым. И, конечно же, дома культуры, которые мы сейчас приведем в порядок, проведем капитальный ремонт, и далее будет возможность там уже почувствовать звучание настоящей классической музыки в самом высоком качестве. На создание виртуального концертного зала из бюджета республики выделили 3,5 миллиона рублей. Жители Крыма теперь смогут слушать выступления академических музыкантов бесплатно. Эльзара Халилова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет».